Здорово, народ. Сегодня вот такая вот. Посмотри, как красиво моя нога. Посмотри, как красиво моя нога. Ты что хочешь, чтоб я бегал за тобой? Чесночный багет, чаечек, соус, устричный, кепчук и бургерный. Вот берешь просто вот так вот ногу копченую и вот эти ништяки макаешь вот так вот. Помакал. Красота, ништяк, блин, разорви хлебало. И хлебушек тоже все помакать. Хамай давай. Ну, вообще, устричный соус — это маринад к мясу, да? А мы вот так. Копченая нога, лишачья. Хочу сказать всем большое спасибо за такую поддержку, за такие офигенные комментарии. Большое спасибо. И правильно. Никого не будем слушать. Пусть что хотят пишут. Что худеть мне надо. То еще что там. У меня все в порядке. Я понимаю, что людям со стороны всегда виднее. Это ваше мнение только и всего. А что мне делать или не делать, я сам как-нибудь и решу. Ведь почему я должен отказываться от того, что мне нравится? Мучить себя диетами, худеть ради какой-то бабы. Вот я похудел, полюби меня. У меня все прекрасно. Я не собираюсь отказываться от того, что мне нравится, ради баб. У меня замечательная счастливая жизнь. Я жру, что хочу, сколько хочу. То есть, короче, мне надо удалить канал, да, ради вашего мнения, то, что вам не нравится, как я выгляжу. Ну, там, некоторым людям. Ведь не все комментарии такие хорошие, добрые. YouTube, к сожалению, там удаляет
большинство, которые там в гневные комментарии. Раньше я удалял, а сейчас YouTube за меня удаляет. Живите своей жизнью, головой. У меня и так все прекрасно. Захотел ногу вон здоровенную, старушильную, заточил. Много вас умных, со всякими там пацанскими советами, нафиг они мне нужны. Абсолютно не нуждаюсь ни в чьих советах. Высказали мнение. Идите дальше. А что там, как мне делать, я сам решу. Все равно пью этот чаечек за всех. Чтобы было у вас здоровье хорошее. Всегда были люди, которым чего-то, блин, не так. И будут. Офу. Всегда пытаются найти какие-то психологические уловки, как-то переубедить человека. Вам надо, вы делаете то, что вы хотите. А я буду делать то, что мне надо, то, что я хочу. Все. Мне пофиг. С какой стати я кого-то там что-то должен слушать? С какой стати я должен что-то там худеть? Изнурять себя какими-то диетами? Я попробовал и не раз. Мне не понравилось. Я буду лучше жить в кайф. А то, что для вас смысл жизни – это семья и продолжение рода, то, извините, мне вас жалко. Все счастье в детях. Я буду жить ради детей. Капец. Я понимаю, что дети – это цветы жизни. Но себя хоронить. Постареешь ты. Ты этим детям нахрен не нужен будешь, как вот сейчас. Только одно вижу. Вот это говорит, мол, мать слезба, и дочке она не нужна. Некому за матерью ухаживать. Сиделка дорогая. Пусть рядом. Не все такие, но... Доели с этим стаканом вообще. Стакан некому. Его и так некому подать. Будешь ждать, пока ты крякнешь. Квартиру вот хапать. В общем и целом, это моя жизнь. Устричный соус, ничего такой. Интересно в нем шашлычок замариновать. Я больше хлеба съел. И так постоянно люди пишут мне со своими советами, что-то там. Вечно что-то не нравится. Мне это надоедает порой. Я не обращаю внимания, потом настолько надоедает. Накапливается, что хочется сказать, уже встаньте вы от меня. Живите своей жизнью. Один написал,
второй, вторая, третья, четвертая, пятая. Чего вы все с этим похудением? Я вам так мешаю жить, что ли? Вам фигово живется из-за того, что я жирный? Пофигу. О, все, короче, я наелся нафиг. Фу. Несмотря ни на что. Ни на каких-то там комментариев, комментаторов, несмотря ни на всякие советы эти, там эти, кому-то что-то не нравится вечно. Все равно я буду делать то, что я хочу. То, что мне нравится. И отказываться от этого глупо. И это нравится не только мне. Вот люди, большинство людям нравится мой канал. Они подписались. Вот я буду делать для вас. Спасибо вам, мои хорошие. Здоровья вам. Хорошего аппетита. Едем дальше.